что там, эликсиры варишь? Нет, самогон из очистков. Я так понимаю, к моему приезду. Скорее, к моему отъезду. Ты не слышал? Госпожа-чародейка пожелали, чтобы я наполнил филактерий силой круга стихий. Сказала, это нужно, чтобы снять проклятие с этой вашей уродины. Ты знаешь, что это, и как ты выразился, уродиной, может быть Цири? Угу. Я слышал. Так может, проявишь немного сочувствия? Я называю вещи своими именами. Такой уж у меня характер. Ладно, неважно. Не хочу с тобой ссориться. Правда. Не стоит терять времени. Уродина ждет. Ламберт. Ой, извиняюсь. Потенциальная Цирилла. Звучит не слишком восторженно. Потому что я не в восторге. Ты хорошо знаешь, что путь к кругу — нелегкая прогулочка. По разным причинам. Я пойду с тобой. Ну? Со славным белым волком все непременно пойдет гораздо живее. Ну что, ты готов? Пойдем, нечего ждать. Кстати, теперь через город-то до круга не доберешься. Той весной перевал накрыло лавиной. Так. Значит, надо идти со стороны пруда. Как во время испытания медальона? Верно. Помнишь, как идти? Такое не забывается. Вот кто. Так, подожди, я по заданиям посмотрю. Так, идти за Ламбертом. Так, тут меч, тут кузница у нас. Надеюсь, я правильно все понял. Вроде все правильно. С медальона вернется, докажет, что сего достоин и на путь ступить может. А Весемир слышал, как ты его изображаешь? Угу. Он этого терпеть не может. Так, ну давай, все, погнали. Куда? Давай, веди. Дыра осталась еще от Саволы. Что вы ее не замуровали? Весемир собирался. Но мне она не мешает. Осады нам бояться нечего. А так можно срезать дорогу к пруду. Даже жалко, что саламандры так мало дыр оставили. Или не развалили эту халабуду до конца. Да, что-то он такой, Ламберт, у нас вообще... Я вот что думаю. Недобрый парень. Нам что, плыть через весь пруд? Нет, у меня лодка есть. Я тут рыбачу иногда. Вот те раз. Вот бы не подумал, что ты будешь сидеть с удочкой. Я пользуюсь бомбами. Кидаешь одну и вылавливаешь, что всплывет на поверхность. О, это многое объясняет. А последняя наша встреча с Ламбертом была, так сказать, неблагоприятная совсем. Мы сильно разошлись во мнениях. О, гарпии встречает уже. А чё они нападают? Алло. Чё, будете нападать-то или чё? Или вот так надо вас? Так, где еще? Неплохой выстрел. Да. Стрелять умею. С разрывными-то патронами. Чё нам не стрелять-то? Отличная игрушка этот арбалет. Надо так... я поражен. Где ты этому научился? Один старый мастер показал мне пару приемов, когда я был в Зерикане. Ладно, ладно. Припаси свои побасенки для очередной чародейки. Так, а что тебе мои басни не нравятся? Хорошие басни. Яра.
Как у тебя с Весемиром, поспокойнее? Вроде да. Старичок перестал читать мораль. Я стараюсь его особо не раздражать. И как результаты? Средние. И знаешь, замок большой. В нем несложно разминуться. Хата у озера. Что-то у нас вообще есть. Так. Что-то есть. Зараза! Я же и здесь привязывал! Может, веревка лопнула? Да ты что? А я-то думал, лодка сама отвязалась. Вот зараза. В таком тумане мы ее никогда не найдем. Перед моим приездом была буря. Дай подумать. Да, дней 5 назад. Ага, парус развернулся на ветру, швартов лопнул, и лодка уплыла в кусты. О, логично, логично. Всё, тут, давай всё. Проверим, что тут есть. Ничего тут нету, да? Ничего тут нету. Больше. Так. Давай, ищем тогда. Что там, водомерки какие-нибудь, да? О, топ-то. Так, иди сюда. Чучело. Блин, у меня оружие прям вообще просто... Просто огонь, блин. Водная баба. Так, где ты? Иди сюда. Голову с плеч сразу. Так, вход в пещеру с другой стороны, видишь? Надо переплыть пруд, пройти через пещеру, подняться на башку тролля, и мы на месте. Теперь это не кажется таким страшным, да? Нет. Но все равно оторопь берет. Ты знаешь, что из моей группы вернулись только двое? Так это вы нарвались в пещерах на старого грота? Угу. Тебя до сих пор это мучает? Мучает? Нет. Просто бесит. На кой хер это испытание? Все равно большинство тех, кто вернулся из круга стихий, сгинули в течение года на каких-нибудь болотах, охотясь на утопцев по кроне 30 за голову. Зачем все это? Весемира спроси. О, я спрашивал много раз, уверяю тебя. Ладно, собираемся. Прыгай в лодку. Хорошо. Но поведу я. Это почему? Потому что это моя лодка. И все тут. Какой неприятный человек. Неприятная личность. Так, четко давай все соберем. Все соберем, ничего не оставим. Ну давай, газуй. Геральт. Ну, газуй. Ветер. А, сесть надо, да? Сам эту посудину делал? Да? А что? Тебе что-то не нравится? Ну, кроме того, что она набирает воду, ничего. Не ворчи. На ту сторону доплывем. Если только не налетим на что-нибудь. Я дальше носа ничего не вижу. Не знаю, я вижу все, он тут не видишь. Туман густой, как молоко. В тебе пробудился поэт? Ага. Хочешь стих? Валяй. Ламберт, Ламберт, хер моржовый. Ламберт, Ламберт, вредный хуй. Вполне, вполне. Отклонись немножко от ветра, у тебя парус хлопает. Не учи дедушку кашки. Хорошо, мы уже близко.
Готов прогуляться по пещерам? Ага. Только прежде, чем мы туда войдем, лучше... Выпить кошку, знаю. Будут еще ценные советы? Например, не шуми, а то разбудишь старого грота. Ты стал обидчивее, чем Йен. Смотри, не влюбись. Пойдем. На помощь! Слышишь? Там ребенок. Ты же знаешь, что в этих краях никто, кроме нас, не живет. Это иллюзия. А если нет? Делай, что хочешь. Так, ну что? Давай проверим на всякий случай. Давай проверим на всякий случай. Правду говорит Весемир. Вечно ты суешь пальцы между дверей. Ну хорошо, пойдем. Так а что тебе, какая разница, убьем там кого-нибудь. Да, надо будет обязательно вырезать в ролик стишок про Ламберта. Так, где? Пойдем. Убьем кого-нибудь. Кто там иллюзии нам создает? И лань тут какая-то. Эй, малыш! Спокойно, ты уже в безопасности. Нет! На помощь! Ну хорошо, ты был прав. Всегда пожалуйста. Ты что-то говорил про ум? Позже обсудим. Сперва займемся туманниками. Вот, это они что ли так? Иди сюда! Че? Не попадаю. О, попал. Иллюзия. Кто бы мог подумать? Что-то мне подсказывает, что ты мне это будешь долго вспоминать. Ну как же. Весь мир должен услышать о том, как славного Геральта из Риви обманули как младенца. Может, Лютик сложит об этом балладу? Как думаешь? Пусть лучше он споет балладу о тебе, Ламберт или доставучий ведьмак. Лучше быть доставучим, чем наивным. Дольше проживу. Отвлекаясь от темы, я правильно рассмотрел? Этот мальчик? Угу. Один из наших. Он, должно быть, утонул во время испытания. А туманники запомнили его облик и голос. Очаровательно. Пойдем отсюда. Меня уговаривать не нужно. Знаешь, я сюда вообще приходить не хотел. Ламберт, хватит. Ну да, что-то зануда вообще как-то. Так. Нормально, туманников побили, что. Тоже хорошо. Геральт. Геральт. Что тебе надо? Что ты говоришь, кошку надо выпить, да? Так, давай посмотрим, где у нас кошка. Кошка-матрешка. Так. Как она называется-то? Так и называется или нет? Фарис Грифона, Иволга, так, Василиска, Полуденница, Касатка. Вот, отличная кошка. Так, поле зрения позволяет видеть в полной темноте, дает иммунитет к гипнозу или шанс критического удара. Так, хорошо. Ну, видимость-то так себе.
черно-белых тонах. С фонарем, наверное, лучше было бы видно. Кости, измельченные в пыль. Ха, да, старый грот не любит гостей. Так, а нам куда надо? Тут мы не запрыгнем. Так, это выход у нас. Подожди, куда нам надо? Пройти через пещеру. Прохода. Так, пробую запрыгивать. Да ёпарасота. А, вот как. Твою мать. Слишком высоко. Я тебя подсажу. Помнишь, как там в испытании? Ведьмак, одинокий охотник. Но даже ему порой нужна помощь. Слова Весемира. Готов? Вот жердяй! Раз, два, три! Да и ты не легкий. Ну, идем. На рыбке отъелся, да? Так. Эту стену можно было бы взять. Давай тише, а то старый грот выйдет с нами поздороваться. Да, можем. Вот холера. Можешь топать потише. Ладно тебе, я поскользнулся. Что-то мне подсказывает, что ему это не нравится. Что там за старый грот такой? Ай! Да. Что-то мне в глаз попало. Какой-то осколок. Главное, чтобы не осколок льда. Не то станешь еще вреднее. Ха-ха. Черно-белый, конечно, не очень вид такой. Так, мы и так прошли, да? А туда что вело нас? Он поверху пошел. Вот так поверху можно. Все, все равно сюда же пришли. Умный ход. А ты чего ждал, что будет пахнуть фиалками? Я бы не возражал. А, смотри, как сладко спит. Может, сделаем как-нибудь так, чтобы он больше не проснулся? Так, давай кошку, наверное, уберем эту нафиг. Вот вообще мне не нравится. Так, что у меня было там, отмена какая-то? Так. Где-то была у меня отмена. Эликсир очищения, вот он. А, он у меня один... А, это не то, а? Стоп. Так, снижает интоксикацию до нуля, отменяет действие других эликсиров. Вот. Отличный белый мед. Так, это мы убрали тогда. И надо что-то сожрать все равно что-нибудь. Так. Действует дольше, ночью действует до рассвета. Давай сожрем что-нибудь. Как он там энергию восстанавливать будет? А сюда возьмем, наверное, факел. О, так симпатичнее. А что, нам убить его надо, да? Облазим тут сначала все, что-то посмотрим. Уть. Опа, а там что-то интересное. Ну-ка, пойдем посмотрим. О, рыба сушится.
Нифига себе, он тут рыбачит-то нормально. Так, тут что у нас? Много вкусняшек. Да, надо убивать его, не надо? Я бы то убил, конечно. Так, я что-то какой-то меч вроде там интересный взял. Так, посмотрю. Что-то там Так, Эрлихрат. Ерунда какая-то. Ничего интересного. Старый грот. Че, не проснулся еще что? Горный зуб. А че, будем убивать-то его или че? Сюрприз удался. А, может, оно и к лучшему. Будет веселее. Давай. С моим снаряжением-то. Можно кого угодно завалить. Ты цел? Да, да. Вроде да. Уходим отсюда. Постой. Это тебе за Вольтера, скотина. Вольтер? Кто это? Ты не помнишь? Такой, невысокий, со шрамом на подбородке, вот здесь. А, да, был такой. Ага, был. Остался здесь. Пойдем уже. Так. Подожди, я заберу там, что там у него выпало. А, так он это циклоп такой у нас. Красавчик. Циклоп, красавчик. Все, пойдем. Пойдем верной заниматься. Видишь, а ты очковал. Все нормально, все хорошо. Хорошо выбраться наружу. Да, но это еще не все трудности. Ты про троллей? Так это у них трудности, не у нас. Лучше смотреть в оба. Мы на их территории. Навалил полные штаны из-за пары троллей? Я когда-то тоже красовался. А потом меня едва не убил простой паренек с вилами. И я отучился. Пойдем уже. Так, нам факел не нужен. О, там он лазит. Ха, ты глянь, как он от нас удирает. Тролли обычно себя так не ведут. Ведьмаки, не ходить дальше. Это горы тролли. Гора тролла. А, да, гора тролли. Ну, поговори с ними. Спокойно, мы хотим только пройти к кругу. Ведьмаки, одно говорить, другое делать, а иногда третье. Ну сколько можно? С дороги тупиться, а то я вас на гравий порублю. Дошло? Дошло. Поздравляю. Бежим до той пещеры, иначе нас просто забьют камнями. Вот и какой пёс-то. Так, а где они? Вон они. Ну, попадете, не? Опа, не попали. Так я их с арбалета могу шарпнуть, а чё мне? Опять не попали.
Все, разбежались. Побежали. А это кто быстро свалил-то, а? Смельчак. Так, ну где вы там? Не вижу их. Ладно, пойдем-то. Че ты, сыкунишка? Да, бля, козы, бараны. Как мы бросить камень? Вы не ходить. Ведьмаки не понимать. Понимать, но мы все-таки должны идти к кругу стихий. Ты слушай все-таки. Мы к вам в замок не ходить. А там много камень. Красивый камень. Хватит уже с ними расшаркиваться. Это ничего не даст. Дай мне сказать. Ты разбираешься в переговорах, как они в грамматике. Мы вам плохого не сделаем, не будем трогать ваши камни. Дайте пройти. Он говорить, вреда не делать, а в тролля раньше бросать. Бросать так, что очень ай. Вот тут. Но мы тоже раньше бросать. Мы сначала бросать. Если ведьмак бросить в тролля, то ай. Если тролль ведьмака, тоже ай. Так ай и так ай. Будет так. Вы здесь оставить острые дубины, вы пройти. Если нет, мы бить. Так, ну чё, давай попробуем. Оставим мечи. Заберем их позже. Попробуем по-хорошему. Может, что-то даст какой-то результат интересный. Будь по-твоему, оставим здесь мечи. Но заберем их, когда будем возвращаться. Мы их не нужно. Металл, фу, щиплет рот. Ты спятил? Делай, как я, и не ори. Я думаю, оружие мы все равно не потеряем. Может, что-то даст хорошего нам. Ты, видно, не тот путь в жизни выбрал. Что? Если я еще не забыл уроки дядюшки Весемира, ведьмаки убивают чудовищ. Плохо помнишь. Ведьмаки убивают опасных чудовищ. Ну, вот мы и на месте. С этим не поспоришь. Вот холера. Красивый вид. Наверное, если даже ты это заметил. Геральт, за кого ты меня принимаешь? Дай подумать. За грубияна? Возразить нечего. Ну, хватит комплиментов. Давай за работу. Ты помнишь, что надо делать с этим кругом? С тех пор, как я активировал здесь медальон, прошло немало времени. Ладно, дедушка, не оправдывайся. Зажги факел и положи филактерий на алтарь. А я сделаю все остальное. Так, давай. О, как там было? Паутинник. Сначала вода, потом земля. Каприфоль. И воздух. Так, какой факел что зажечь? Зажечь факел. Вокруг алтаря зажечь. Так. Блин, мне туда не пройти. О. Геральт.
Да повернись ты. Хорошо. Филактерий на месте. Ну, осталось только минуту подождать. Контейнер наполнится силой стихий, а мы пока отдохнем. А ты как справился с троллями на испытании медальона? Дай подумать. А, вспомнил. Я использовал Аксий. Но тогда против меня вышел один, остальные были заняты. Ну да, полезный знак. Недавно мне жизнь спас. Интересная история? Отменная. Напали на меня двое разбойников. Один целился в меня из арбалета, а другой начал рыться в моих торбах. Сперва я приказал арбалетчику застрелить дружка, а потом повеситься самому. Действительно, отменный рассказ. Правда? Животики надоровешь. Скажи, ты всегда был таким циничным сукиным сыном? Нет. Пока Весемир не привез меня в Каэр Морхен, я был очарователен. Настолько плохо быть ведьмаком? Говорят, бывает хуже. Жаль только, что у меня не было выбора. Такое было наше предназначение. Предназначение? Я расскажу тебе о предназначении. Мой отец был пьяница. Стоило ему надраться, он лупил меня и мать до крови. Мы каждую ночь молились, чтобы он наконец сдох. Один раз наши молитвы почти исполнились. Папочка заблудился по дороге в корчму и влез прямо в гнездо накеров. Но его спас один ведьмак. И знаешь, чего он захотел взамен? Дашь мне то, что первым увидишь в доме. Мою жизнь. За жизнь этой мрази. В гробу я видал такое предназначение. Я не знал, прости. Когда в следующий раз задумаешься, почему я такой злой, вот тебе ответ. Ладно, хватит горевать. Пора собираться. Надо забрать мечи, а то ведьмак без оружия, как без рук. Золотые слова, брат. Ведьмаки, брать острые дубины и идти домой! Угу. Можешь меня не уговаривать. Пойдем, Геральт, пора. Так, а нам надо оставаться, что здесь? Не надо, пойдем. Ты прав. Возвращаемся. Только после вас.